Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть во второй Tomb Raider Remastered, и у нас на очереди 15 уровень, который называется Ледяной дворец. Нет, 14 уровень, да, 14, не 15. 33 предмета здесь можно будет собрать. Так, и это последний уровень на эту тематику, тематику Тибета. Тут у нас впереди колокольчик. Да, тут особенная фишка в этом уровне. Звоним в колокольчик, и дверка открывается. Так, ну побежали вперед. Я думаю, вооружиться надо серьезно. Возьму гранатомет. 51 граната. Куда мне столько жалеть? А тут у нас полно бабуинов. Громыхают там. Так, ну здесь я ничего не вижу. Углам. Посмотрим. Здесь не наступаем на вот эти платформы пока что. Они могут убить легко. Если неправильно ими пользоваться. Так, ну тут тоже ничего не вижу. А здесь... Здесь вроде тоже чисто. Давай поднимемся пока на второй этаж. А, вон они, бабуины. Так, тут нам дают большую аптечку. Слава. У меня коллекция из больших аптечек уже 31. Я, по-моему, еще ни одной не пользовался. Именно большой аптечкой. Так, вот тут нам надо позвонить в колокол. Будет. Здесь можно запрыгнуть будет наверх. Так, освободить этих бабуинов придется. Так, возьмем пока обычные пистолеты. Вот это, в общем, платформа-попрыгунчик. Она будет подкидывать вверх, но есть у этой платформы и минус. Лар может разбиться. Не удалось позвонить сейчас в колокол. Наверное, надо прыгнуть. Есть. Первый колокол зазвенел. Что мне это дало? Давай посмотрим. А мы подняли первую решеточку вот здесь. Теперь надо поднять вторую. Второй колокол найти. Так, воспользуемся вот этими платформами. Меня подкинуло наверх. Залазим. Так, здесь ничего не вижу. А с этой стороны вижу патроны на УЗИ, две пачки и рычаг. Ну все, по-моему, клетки освободились. Возьму-ка я гранатомет. Сейчас выйдут эти бабуины. Так, где бы лучше спуститься можно безопасно? Вот здесь вот, да, здесь. Ага, идут. Отлично, двумя гранатами троих убил. Вот это я понимаю. Так, вот тут у нас проход есть. Ага, большая аптечечка, еще одна. Ага. Дается. Еще один бабуин. А тут рычаг. Опускаем. Что-то еще? Нет, ничего. Подняли платформы. Так, а вот здесь у нас выделяется стена. В оригинале, кстати, она не так выделяется. Здесь вот. Тут в ремастере прям заметно. Это блок. Его можно выдвинуть.
сдвигаем его в бок. Но это первый секрет у нас. Правда, в оригинале тут гораздо темнее все выглядит. Да, вон там дракон на другой стороне. В общем, что мы должны тут увидеть? Непонятно, да? Как туда пробраться? К этому дракону. Зажигаем фаер. А все равно не видно. Ну-ка еще один. В общем, прыгаем вперед. Тут у нас невидимые платформы. Почему их не видно? В оригинале разве тоже их не видно было? Ну тоже их не видно. В общем, мы можем спокойно пройти и взять вот этот вот дракон. А если мы вдруг упадем вниз, в этот зал, то есть лестница. Вот тут вот у нас. Я, конечно, спущусь, посмотрю, но, по-моему, там ничего внизу быть не должно. Не, ничего тут нету. Да, вот тут где-то фаер горит минуту, а вот в новой игре плюс, если будешь играть, он полминуты будет гореть. Я такую информацию вычитал. Так, ну что ж, возвращаемся. Здесь у нас вроде бы ничего нету. Так, нам надо в еще один колокольчик позвонить. Вот тут вот у нас есть платформа. Можно залезть наверх. Вот сюда вот. И позвонить в колокольчик. Отлично. Так, спускаемся вниз. Вторая решетка поднялась. Теперь будем залазить. Так, как правильно залазить? Ну, допустим, вот так вот. А, отсюда Лара скатывается, окей. В общем, тут нам надо попрыгать вот так вот. И тоже позвонить в колокольчик будет. Отлично. Теперь возвращаемся. Обратно. Мы подняли еще одну решетку. Так. Ну, залазим. Залазим наверх. Тут у нас лестница. Полезли выше. Смещаемся вправо. И поднимаемся еще выше. Так, справа тут у нас вроде бы ничего нету. Тут аккуратно можно упасть обратно вниз. Надо вот, в общем, туда сейчас прыгнуть. Так, еще один бабуин. Возьму-ка я гранатомет, не пожалею. Одной гранаты достаточно, чтобы его ликвидировать. Так, и берем здесь фаеры. Пачечку. 6 предметов из 33. Да, уровень не такой короткий. Так, с этой стороны я ничего не вижу. Окей, идем дальше. Какие-то очередные пещеры. Опа, барс бежит.
Можно его тоже ваншотнуть. Гранатомет — вещь отличная. Так, а вот тут у нас есть проходик ко второму дракону. Забираем его тут. Ну, тут он не особо спрятан, конечно. В оригинале тут он просто темнее было вот это вот заметить, сложнее. Так, а здесь у нас дверка. И она закрыта пока что. Тут у нас проход. А, тут у нас аптечка маленькая. Ага. На земле лежит. Забираем. Так, ну и пойдем туда, откуда выбегал Барс. Еще Барс. Сколько вас тут? Опа. Всех тут разделываем, разрываем. Так, и берем здесь маску. Еще одна тибетская маска. Что-то видно у нас. Еще тут. Ничего не вижу. Хотя в оригинале здесь посветлее было. Но нет, ничего я тут больше не вижу. Ладно, выбираемся отсюда. Кстати, дверь, наверное, сама откроется, я так понимаю. Да, дверь открылась сама по себе. И мы продвигаемся дальше. Так, а вот в этой части уровня мы были в прошлом уровне. Вот. Мы сейчас будем потихоньку возвращаться. Но технически это совсем другой уровень, так что. Опа, бабуин на меня бежит. Куда-то мы попали. Так, там в конце большая аптечка виднеется. Еще одна. Ага. Подбираем ее. И внизу у нас еще бабуины ходят. Осторожно. Так, тут у нас ямы. Но тут там внизу шипы. Ну не везде здесь шипы, где-то можно спуститься. Нет, здесь нельзя, как раз вот здесь вот. Так, а как бабуина отсюда вышмалить? Возможно это? Ну, вроде все. Успокоился. Да, вот здесь вот мы можем слезть. Темно. Очень темно. Осмотримся. Здесь ничего не вижу. Здесь шипы. Так, а вот в дальнем углу комнаты что-то виднеется. Патроны. Ага. Вроде к автоматическим пистолетам. Так, ну а тут еще маленькая аптечка есть. Ага. В углу. И сюда мы будем сейчас вставлять маску. Да, мы наконец сможем попасть на этот мост, который мы видели в прошлом уровне. Так, у нас открылась дверка. Выходим. И мы на мосту. Так, прежде чем идти вперед, можно, в принципе, спуститься вниз в самый. Ничего страшного в этом нет. Технически это вообще совсем другой уровень, хоть и похож на предыдущий. Ага. Но структура строения нам позволяет сюда забраться. Все по-другому сделано. Туда, конечно, мы не попадем. И много куда не попадем.
Но смотреться можно. Да, вот эта дверь опять закрылась. Но тут нет никакой скважины. Проверим, нет ли ничего на втором этаже. Да, советую проверять места. Из прошлого уровня. Ну, тут были когда-то гранаты в прошлом уровне, сейчас тут их нет. Окей. Так, можно еще сбегать в ту пещеру. Здесь ворота. Здесь тоже двери позакрывались. Ничего не видно. И здесь дверь закрытая вновь. Не знаю, будут ли барсы новые. Все может быть. Такое же заледенелое вот это вот озеро. Так, мы попробуем пробежать сюда. Ага, тут у нас патроны для дробовика положили. Ага. Вот как раз на такой случай, чтобы ты осматривал. Все по новой. Так, а попробуем вот сюда залезть. Здесь мы в прошлом уровне брали тибетскую маску. Да, вот этот так и остался, вот этот молот там лежать. Так, а вот здесь на место тибетской маски они положили два магазина на УЗИ. Вот как. Так, ну сейчас уже вряд ли кто-то прибежит. Все, можно возвращаться на мост. И идти исследовать дальше. Так, как мы заберемся? Ну, с этой стороны мы не залезем, конечно. А, ну вот у нас. Вот они сделали так платформу, чтобы мы могли забраться. 18 предметов, да, больше половины собрали. Отлично. Бежим вперед по мосту. Забираемся еще выше. Так, что у нас левее? Давай посмотрим. Что-то я там ничего не вижу. Стоп, там что-то есть, что ли, не пойму. Сверху. Да нет, вроде нет ничего. Тогда идем дальше. Тут вот у нас пещерка. Так. Да, вот сюда мы тоже не могли попасть. Тут у нас рычаг. Сверху. Опускаем его. Переворачиваем этот котел, который растопит сейчас нам это озеро. Мы сможем поплавать. Так, ну вот туда, в ту область, к тому рычагу мы точно не доберемся. Без вариантов. Но нам оно и не надо. Опа, барсики. Откуда вы взялись? Вас не было. Так, и берем вот этот вот, как он называется, молот для гонга. Ну да, все правильно. Плывем дальше куда-то. Ага, тут у нас рыбки. Осторожно.
Так, а тут у нас еще бабуины. Аккуратно, меня тут рыбы жрут. Еще и эти ходят. Не, ну рыбу глушить я не буду с гранатомета. Или так, с пистолета постреляем. Так, окей. Окей. Сохраняемся. Так, здесь у нас сосульки. Опа. Музыка у нас заиграла тревожная. Так, в воде я там ничего не вижу. Пещера слева. Ага, вон еще бабуин. И прямо тоже пещера есть. Пошли прямо пока, не знаю. Тут можно взять аптечку маленькую. Ага. Еще один идет сверху. Или пройти сперва туда. Налево. Так, ну здесь сосульки, аккуратно. Прибьют меня при первой возможности. Вот так быстро отскочить. Куда-то я пришел. Опа, еще один представитель. Так, и тут у нас можно собрать гранаты. Ага. Одну упаковку. А, нет, две. Ага. И нет, даже четыре упаковки в сумме. Это круто. Ну и вроде больше тут ничего нету. Того остается 9 предметов собрать всего лишь. Ну, пойдем теперь сюда. Лезем наверх. Какая-то дверка даже. Специальная. Так, сейчас у нас будут камнепады. Камушки будут спускаться. Ауч! Вот это мощно. Я не успел даже ничего приготовиться, они уже покатились. Не рано ли? А там еще есть камушки. Ну вроде тут ничего сверху нету, поэтому бежим вперед. Ничего мы тут не пропустим, я думаю. Запрыгиваем в пещеру. Камушки прокатили. Идем дальше. Упс, осторожно. А здесь осторожно. Здесь у нас яма. Упасть. Яма очень глубокая. На руках вот так вот перебираемся влево. Достаточно. Попробуем. Да, вот тут вот можно стоять уже. Так, а тут сейчас будем... По зацепкам. Можно, кстати, спуститься вниз в яму. Я не знаю, имеет ли смысл это. Я тут, там ничего я не вижу просто в этой яме. Да нет, там нет ничего. Поэтому полезем наверх.
Так. Ну и вот мы уже приходим в то место самое. Вот он, гонг. Пока не будем тут ничего использовать. Пытаемся слезть. Так, что тут у нас есть? Тут у нас есть домик с дверкой. Пока закрыто. Окей. Так, это с этой стороны, а с этой стороны у нас замороженная пещера. Так, а тут есть лестница. Спускаемся вниз. Так, справа шипы видны. Аккуратно. Давай будем слезать как-то. Так, что мы здесь видим вообще? Здесь тупик, а вот здесь рычаг. И открываем дверцу. Там третий дракончик. Нефритовый. Так, а с другой стороны шипы. Можно вот так вот прыгнуть, конечно. Но здесь ничего нету у нас, так что... Зря я это делал. Сейчас. Здоровья может не хватить. Дай-ка я переиграю лучше. Не хочу тратить. А вообще, все равно потратил. Так, ну и будем возвращаться наверх. Пойдем, зайдем в домик. Так, ну надо подлечиться. Определенно. Аптечки маленькие вновь появились у меня. Так, ну в этом домике кроме секрета я ничего не вижу. Сейчас награду какую-то дадут. Ага. Ага, 4 пачки гранат. И осталось 4 предмета собрать еще. Во как. А не много ли это? Вот и я подумал. Найду ли я эти предметы? Может, я уже пропустил что-то? Так, вот тут у нас тоже заблокировано. Видно. Пещера. Да, там мы не пройдем с этой стороны. Окей. Пойдем тогда ударять гонг. Что нам еще остается? С этой стороны вот забираемся. Так, здесь у нас тоже заблокирован пока что. Вот этот путь. Окей. Ну, залазим вот с этой тогда стороны. Так, и вот тот самый гонг. Ну, в оригинале здесь посветлее было, конечно. Здесь мы скатимся. Ничего я тут не вижу. На крыше вроде тоже ничего нету.
Здесь ничего. Давай ударять будем гонг. О, так надо подойти с другой стороны. Здесь ничего. А здесь... А, вот тут вот мы как раз можем скатиться, да. Вот. И ударяем в гонг. Что-то мы там разрушили. Спустимся, проверим. И берем вот эту вот штуку. Ага. Как она называется у нас? А как она? Почему она никак не называется? Что за халтура? Она должна как-то называться, игра. Переводчики, вы чё? Почему она никак не называется? Да, еще один недочет. Так, мне надо еще три предмета где-то собрать. Ну, я догадываюсь. Но я не уверен, что там именно три предмета будет. Я сейчас посмотрим. Тут у нас сейчас будет босс. Вот он. Такой вот. Так. А, ну может быть две пачки патронов тут. Да. Берем аптечку. Ага. Патроны. И вылазим вообще нахрен из этой пещеры. Так, босса можно безопасно расстрелять вот с этой вот ледяной вот штуковины. Он тут мне ничего сделать не сможет, можно даже не тратить крутое оружие. Чисто с пистолетов его забить. С пистолетов довольно долго, конечно. Главное, что мы все собрали. Да, ну долго с пистолета. Потрачу им 16. Готов. Вот он падает. И уровень на этом заканчивается. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.